Да. Я просто в ахе. Я в шоке от того, что я вообще участвую с этими ребятами. Я думал, что это будет изи прогулка, а что-то не похоже на это. Хорош! Хорош! 5-3, 5-3. Тот дальше на чужого, и мы с Антоном пробуем через стенку пройти по левому флангу. И в целом нам удается обыграть двух соперников. Пас на меня, и я на замахе выбираю еще одного защитника. Передача на Блатова. Так что скауты там из второй лиги ФНЛ. Нашел вам усиление нашел. Мощный, высокий, молодой, быстрый, бьет. Очень хорошо. Голы, придите еще в чужие ворота. Этот гол понравился даже нашему оператору. Это было охуенно. Курки, этот гол посвящает тебе. Это просто охуенно. Такое свистят. Но как же он убрал за пивом? Смотри еще раз. На! Наконец-то он это сделал! Как? Уже после Колодина, на опыте, он уже знает, как на замахе. Раз, в центр уходит, удар. Все. Колодин теперь по ночам просыпается в такой момент. Все, уверенность вернулась, я здесь. А мужа нашли? Да. Это, блин, ребят, я пытался, я не знаю, что сделать. Блад, вы видели в прошлом ролике, Блад повыше меня в защитке обороняется сейчас. Чтобы вы понимали, он меня спросил, у тебя кресты как? Ну а на поле тем временем очередной подбор за нашим капитаном. И выводит он Блатова на сольный проход. Максимально опасная атака. Витя Блатов с мячом. Какой Блатов! Какой порядок! Ну это не Блатов, это Виктор Месси какой-то. Потому что, учитывая, что он на замахе разложил Дениса Колодина, выждал идеальную паузу и пробил в открытый угол. Но кто теперь может посягнуть на идеальность Булатова? Мировой рекорд по бане, Макс, не переживай. Это шутка какая-то, блядь. Не ломай, ломай, все, ломай. Я ж говорил. Чувак, ну это прям очень красиво. Да я не давал, типа, заходить далеко, и мне уже вряд ли. А так, блин, обычно просто стартуют с этого. Жеки Савина и Блатова, где последний решается на дальний удар.
Глазик, хуяч! Сколько не летело у него ударов. Ну это очень хорошо. Гол забил Никита Финита!